Лучшим игроком команды поселка «Энергетик» по итогам второго полуфинала первенства России по гандболу стал Максим Ибрагимов. За время игр бомбардир забил ворот соперника более 50 мячей и продолжает совершенствоваться дальше. Так же, как и остальные ребята, Максим начал заниматься данным видом спорта полтора года назад. Гандбол – это умственная игра, там как бы не для дураков, там надо думать и смотреть, ну, на врагов, на противников и на свою команду в первую очередь, чтобы понять, ну, кто не может, кому помочь. Вот. И тогда понимаешь. Там во время игры даже ничего толком не понимаешь. Просто играешь. Неделю назад команда вернулась со второго полуфинала первенства России по гандболу среди подростков 2003 года рождения. Турнир проходил в Волгограде с 7 по 13 февраля. В составе сборной вместе с нефтекамцами участвовали спортсмены из Стерлитамака, Мелеуза и Уфы. Башкирская команда обыграла сборные Краснодарского края, Челябинской области и ничьей закончилась встреча с волгоградскими гандболистами. Наша команда лишь одно очко уступила сборной Московской области, однако все прошло не так гладко. Два спортсмена получили серьезные травмы, сейчас оба находятся на лечении. Самая большая ошибка – нехватка опыта, нехватка поездок. Поездок на международные турниры, поездок на серьезные топовые турниры. Но, тем не менее, ошибки от игры к игре они прибавляли и исправляли свои ошибки. Ошибки были тактические больше, то есть много выбрасывали ненужного, то, что свое, так сказать, не забивали. Ну, ничего, будем работать, надеюсь, все получится. Благодаря успешному выступлению сборной республики во втором полуфинале первенства России по гандболу спортсмены «Энергетика» примут участие в финале, куда войдут 10 сильнейших команд России. Чемпионов определят в Саратове со 2 по 11 апреля. Татьяна Галиева, Артур Мирзагитов, информационная программа «Ежедневник».